Всем приветики, дорогие друзья! С вами Краски Жизни, Лена и Сережа. Видите, мы утеплились, даже свитер одела, по-моему, за год первый раз. Мы машину взяли в аренду, так как я срочно уезжаю, вот ближайший день, скажем так, то взяли машину, чтобы Сережа меня отвез в аэропорт. Куда мы едем сейчас? Сейчас быстро с вами промчимся. Мне нужна теплая одежда. У меня нету теплой одежды. У меня есть пуховик старый, но очень холодный. Поэтому сейчас еще раз, как говорится, продолжим нашу тему. Поиск теплых вещей. Я думаю, что мы сегодня что-то купим. Ну, наметки есть, но все равно, как говорится, на рынке надо все обойти, чтобы понять. Поборемся за цену, короче. За цену, да. И если что-то найдем, обязательно вам снимем. Это небольшой короткий влог. Опять мы ищем зимнюю одежду. Потому что зимняя одежда нам, в принципе, особо и не нужна была здесь. Но сейчас есть в этом необходимость. Так, вот картон пятиэтажный. Нам 5 этажей не нужно. Я что-то не уверена, что мы тут что-то найдем. Ну, мало ли что. Да. Это больше для молодежи. Ну, ничего страшного, для молодежи. Ну, молодежь, Сережа говорит. Кто будет сомневаться, что мы не молодежь? Кто посмеет так сказать? Говорит, кто сказал, что мы не молодежь? Пожалуйста, Леночка, выбирай, что ты хочешь. Музыка орет, как сумасшедшая. О, вот это вот. Это что мне надо? Две с половиной тысячи лир. Понимаете? Вот. На зиму предлагают. Вот, видите, что? Пульты. Цвет, а? Это в этом году какой интересный. Сережка, сейчас, Ленка, тебе найдем здесь классную одежку на сильные эти морозы. Представляете, как я буду в этом выглядеть? Немножечко не мой фасончик. Сам такую купи себе короткую и носи. Мне же нужна длинная. Да. Кепи. Димка на ней будет. Бля, бейсболка на меху. Понимаете? Вот, тоже, да? Это самое. Садомазо. Так хорошо. Так, сейчас приехали в центр, в торговый квартал. Здесь все магазины собраны. Бойнер, Мави. Это совсем не мой стиль. Это больше какой-то такой, скажем, театральный. Экспресс-экскурсия по зимним вещам. Кстати, если интересно вам и вы хотите здесь что-то купить, смотрите. Быстро по всем магазинам пройдемся и... Может быть, для себя что-то подчеркнете. И Пекель, вот тоже. Ну, здесь красивые, дорогие вещи. Авторская коллекция. Мы сюда даже заходить не будем. Алтын Йылдыз, это классическая одежда мужская. Все мужское. Очень хорошие вещи, мне очень нравится. Ну, сегодня нам не сюда. Пола. Мы уже все совершили покупки Бойнер. И вот сейчас чуть-чуть дальше пройдем, заскочим в Мави, посмотрим зимние. Так, Мави. Лиска в Мави купила себе классный пуховик. Есть один пуховик, который мне понравился, но пока дорого. У нас пока давит жаба. Давайте посмотрим, что есть.
почем, что почем. Вообще жидкий. Жидкий. О, дети, слышу русскую речь. Так, что здесь у нас? Это все не то, что надо. Так. О, ну это совсем как бы. Вот Лиза себе вот такой купила. Вот такой пуховик себе купила. Он стоил 1300, сейчас уже ближе к зиме уже стал 2300 стоить. Сейчас Сережа посмотрит, есть ли мои размеры. Покажу, какие есть цвета. Как у Лиски. Как вы просили? Есть такой серый, такой зеленый, кирпичный. Сейчас я померяю. Неплохо. Из того всего, что я мерила, единственное, что рукава короткая. Вот так немножко мне здесь. Там еще потому что реглан, свитер, поэтому чуть-чуть. Здесь надо немножечко другой свитерочек одевать. Но ты Вальку спокойненько. Деточки, этот мне понравился, но нет размера. Понимаете, брать тык-притык, пуховик, под него же надо что-то пододеть. Не, это вообще не рассматривается такое. Вот этот нормальный, такое пальто нормальное. Это все ни два, ни полтора, понимаете. То есть коротенькая куртка. Жаль. О, гляньте, парки в этом году модные, гляньте, из брезента сшито. Сапог и папахи. Да, папаха сюда. Ты вот такая. Вот такая каракуль конкретно. Люба. Люба. А кто такая? Люба. Капец, вот она мода, понимаете. Боже, здесь нету музыки. Я думаю, что же мне так хорошо? Что же мне такое настроение? Потому что нету музыки. Ну, в общем, вот такие дела. Вот они все, но... Но, без меня, без моего размера. Так, ну я думаю, тут черная пятница, тут цены немножко подорожали. За неделю или за 10 дней. Сколько? 199. 199? Угу. Ну, я бы вот таким бы материалом не доверяла, вот таким вот. Она расползается, видите, и... растянутый ворот уже сразу. Ну, это такая мода. Сейчас бы надела бы футболку. Ну, баночку получше, надела бы спокойненько и все. Качество вот это мне нравится. 250. Качество мне нравится. Не надо мне сейчас. Обойдусь. Я до дома дотяну. У меня дома куча всяких футболок новых. Зачем я сейчас буду покупать? Деньги тратить, правильно, ребятки? Так, ну что, пойдем дальше. Ребятушки, сегодня ходим именно по нормальным таким брендовым магазинам, где нормальное качество. Как бы рынок, ну, я померила, конечно, вот пуховик, но я очень сомневаюсь, что он будет достаточно греть. А ваш вопрос, процентное соотношение пуха вот там... и синтепона, просто поверхность просто в ужас. Да, мы не можем вам сказать. Так, обувь сегодня не смотрим, только по зимнему сейчас побегаемся. Потому что бой на руже, как говорится. Вы видели... Мы уже снимали его полностью, я считаю, не нужно. Давай тут посмотрим Nike, вот здесь. Мы сейчас посмотрим тот пуховик, который мне понравился. Посмотрим его здесь. Может быть, мы его найдем, понимаете? И посмотрим, какие здесь цены. Так, это у нас Under Mom, да? Ну, это Man. Мальчики. Ребятушки, ну, белый нет, я категорически отказываюсь. Сколько? Цена хорошая. Я кючук сайз, а бью кварк сайз. Их знаешь. Ну, вот это неплохой. Так, второй этаж. Здесь, кстати, есть такие куртки. Я не видела их в том бойнере. 7129. Посмотрим, Томми сколько стоит. 5. Кельвин Кляйн мужская. Тут... 5300 короткие. Так. Экспресс, скажем так. О, нет, такое не хочу. Слишком. Не, ну этого я не вынесу. Сколько стоит? Сереж. Ну скажи людям. 8. Да ну нет, 8500. Не хочу. За 8500 носите сами. Вот Кельвин Кляйн. Еще есть такой лейбой.
Вот женщина моего прекрасного возраста с кулыбой ходить не собирается. Не хочу. А, вот так тоже. Ну, это для молодежи. Ну, прикинь меня в такой лейбе. Ну, блин, куда я? Честно, ходить, знаешь... Да, пусть это куплено, как говорится, в бойнере. Пока ни с чем идем. Вы видели, что Мави нет размеров, а бойнер только для тусовщиков. Понимаете? Я такие не хочу носить. Кельвин Кляйн, тем более по 10-11 тысяч. По 400 евро куртка вот не хочу покупать. Едем в Аланиум. Торговый центр самый-самый большой. Так, ребята, вот мы в Поло. Сейчас покажу вам. Вот такой прикольный вариант. Мне кажется, он не будет очень тёплый. Хлипковатый. 7,5, еще 40% скидки. Прикольный? И по барабану, ну да. Ой, я дикий, извиняюсь. Он прям капец. Ну, просто. Не знаю, будет ли он играть. Там просто по бокам раскрыта такая херня, как я допустим. Все. Как бы классно. Натуральный. Видное пальто. Сейчас на него скидка. 7,5 стоит. Сейчас можно его забрать за 3,000. Да? Да? То есть чуть-чуть больше 100 долларов пальто, понимаете? Вот я Nike мерила, но не знаю, рукава очень специальная. Ребят, и понравился мне этот черный или бежевый, и длина классная, но слишком уж он какой-то вот прям, знаете, вот на эти курточки похож на осенние. И ценник нормальный более-менее, чуть больше 100 долларов. Блин, не знаю. Не-не, тут такого нет, Сереж. Тут такого нету, потому что все пуховики длинные, они там висят. Здесь одна... Не-не, такой нет. Короткую куртку. Наша, да? Похоже, да. Это еще магазин один ЛТБ. Сейчас бежим тоже, смотрим, что здесь есть из зимних. Хорошо, что женский хотя бы на первом этаже. Сейчас покажем. ЛТБ, вот. Его. Так, здесь короткие. Вот такой. Вот такой. Жуть? Ну, по сравнению с тем, не знаю, вообще страшно. Не надо мне такое, не хочу такое. Ну, материал мне нравится, материал дешманский. Прямо, знаешь, балоня такая голимая вообще. Хочется ж выглядеть как солидная женщина. Не, ну я могу померить, давай. Посмотрите. 2300, это ЛТБ, что ли? Видите? Ну, это куртка. Это не пальто, вот оно выше колена, так чуть жопу прикрывает. Это неплохо. Угу. Это не нормально. Ребятушки, мы вернулись в магазин Суперстеп в Алании. И все-таки я померила, все посмотрела. Значит, проверила всех здесь. На каждую модель есть штрих-код. На каждую модель есть. То есть это оригинальный Nike. Решили мы все-таки взять вот этот пуховик. Все-все перемерили в городе, который только можно. А этот, он прямо обволакивает. Вот. Я к чему? То, что мы выбрали все-таки качество. И сейчас скидки 50% на него. Поэтому, конечно, это не самый дешевый вариант, но он хороший. Это вообще самый недешевый вариант. Это самый недешевый, да. Вот такой Nike Original. Мы проверили, все сверили. С... Стоил 250 евро. Стоил почти 300 евро, да. Сейчас 50% скидка. И как бы мы приняли решение... Пусть он будет один, вот такой вот пальто, но оно будет, как говорится, не на один год. Что те, что я покупала, дешевые пуховики, это все, оно не сидело, просто не сидело. То где-то то все, и холодно было. Ну, в общем, здесь хорошая набивка, соотношение пуха здесь нормально, великолепно. Мы решили взять эту покупку дорогую, но я надеюсь, вы нас не осудите, поддержите нас, потому что... Мне сейчас ехать, там холодно, и еще по городу скитаться надо будет целые сутки. Вот, поэтому я думаю, что вы поддержите, напишите свои комментарии. Молодцы мы. Я всегда на такие дорогие покупки, мне всегда очень тяжело расставаться с деньгами. Но тут оригинальный, вот реально. Я проверила, сверила коды, все. Процесс покупки.
и пуховик мой. Тыщикюре дарим. Ребята, я с хорошей вещью. Можете меня поздравить. Мы объездили, искали дешевле, искали. Одни жидкие, одни толстые, дешевые, под $100, под $80. Ну вот приняли решение. Спасибо, Сереж. Сережке спасибо. Чек не потеряй только. Сейчас. Момент. Ну что, отпразднуем курицей? А что есть у Лены? У Лены есть хорошее пальто зимнее. Ура! Да, Лена. А, что так официально ко мне обращаешься? Лена, ну пойдем в Айкики, посмотрим дешевые шапки теперь. Теперь по нашему проторенному пути. Все подешевле. Шапочка 99 лир. Нормально?